Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева. И мы продолжаем. Продолжаю свой рассказ о Ленне и о его действительно удивительной судьбе. Значит, итак, в Первую мировую войну, да, Ленин делает свою, наверное, самую правильную ставку. Ведь что такое Первая мировая война? Все здесь называется и все там, социалисты, да, а в то время ведь социалисты, те, кто выступают там за распределение, за усиление роли государства, за создание там системы велфера, да, они вполне себе респектабельны в Европе, они заседают во всех парламентах, да. То есть это нормально совершенно, там, ну, не с Марксом, но достаточно теоретиков и идеологов социалистического государства. А есть такой Бернштейн, который теоретик марксизма, который говорит: конечная цель – ничто, движение – все. Да? Зачем нам делать социалистическую революцию? Давайте будем выигрывать выборы, давайте решать проблемы рабочих. Вот, собственно, всего, чтобы мы там добиться улучшения. Если мы ставим себе задачу улучшить положение рабочих, зачем нам марксизм, да? То зачем нам устраивать немедленную революцию? Да? Давайте мы там, будем принимать законы, там, улучшать. В принципе, все понимают, что в этом отношении надо двигаться, совершенно спокойное отношение, нормально. Ну, вот начинается Первая мировая война, и все, значит, вот эти вот социалистические элиты, которые там легализованы, они все, что у нас сливаются в экстазе с действующей властью. Все говорят: о, надо победить, все хорошо, мы сейчас тут разобьем врага. Немцы говорят: мы победим французов. Французы говорят: мы победим немцев. В России там Государственная Дума в восторге, все там для фронта, все для победы, огромная толпа молится там на коленях перед Зимним дворцом. Там, и только Ленин говорит: нет, мы против войны, это превратим войну в империалистическую войну, гражданскую. Это гениальная ставка, потому что я не знаю, предвидел ли тогда Ленин, во что выльется в 17-м, во что выльется это все в 17-м году, но ставку сделал совершенно правильно. Он собрал вокруг себя людей, которые как бы вместе с ним говорили, что, ребята, нет, никакой войны, ничего, все, это все плохо, это надо превращать. Это вот здесь-то мы сделаем революцию. Ну и тогда ведь, да, это хорошо он сказал, но в феврале 17 года Ленин выступая перед там, своими, там, те, кто хотел его слушать в Цюрихе, говорит, что ну какая там революция, не доживем мы до нее, не увидим мы ее никогда, ну может быть вы доживете, мы старики, а ему 47 лет, а мы 46 даже еще, мы старики не увидим этого ничего. И вдруг через две недели революция в России. И вот тут Ленин понимает, что ему нужно любой ценой там оказаться немедленно. Вопрос о том, договаривался ли Ленин с германским генеральным штабом о том, что если он придет к власти, он откроет, он, что называется, выведет Россию из войны. Скорее так, конечно, Ленин и его окружение имели контакты с спецслужбами и как Российской империи, и так и немецкими. Не могли не иметь. И если уж говорить что о том, что ближайший соратник Ленина, доверенный его человек, депутат Государственной Думы, Малиновский был. Вот. Малиновский после революции был разоблачен как агент охранки. Ну, прям вот агент, докладывал, ну, и был расстрелян. То есть, ну, конечно, знал. Конечно, понимал, и скажем так,
не мог не контактировать. Точно самое, как и спецслужбы там, Российской империи. Не придавали, может быть, значения ленинской деятельности, но, в смысле, там, на карандашике он был. И Ленин, приехав в Россию, да, быстро очень приехал, он приехал чуть ли не первый. Очень был важный момент, что он приехал из всех эмигрантов, которых было очень много, которые все там поехали в Россию, да, и с гораздо большими именами, чем у Ленина, там, и Плеханов, и Кропоткин вернулись, да, абсолютные, как бы, люди, которые гораздо больше сделали для социалистического движения, гораздо больше были известны. Но Ленин приехал первым, и, что он называется, занял эту позицию, он угадал то, что больше всего нужно, что больше всего нужно. А Ленин прекрасно понял содержание революции в феврале. Это был солдатский бунт, это был бунт солдатской массы, не желавший идти на фронт и на этой почве начавший брататься с рабочими, которым угрожала мобилизация. Вот эти вот опора престола, все эти там доблестные русские там герои, там Преображенский, Семеновский полк, нет, они были готовы стоять в Петербурге, сидеть в казарме, есть там полагалось Преображенцу в день там буханка хлеба, это самое полфунта, это самое фунт мяса, да, там полкило, потом кило хлеба, полкило мяса и стакан водки, да, можно, да, не считая там каши, приварков и так далее, да, и теплая казарма, красивый шерстяной мундир, да, и ты там защитник престола Отечества, они в грязные окопы подрыгали, не пойду. И как только, оказалась ситуация, что солдаты сказали, нет, и в народ стрелять не будем, и ничего, нет, все, не надо. Не надо. И Ленин понял, что ему нужно, что страна-то крестьянская. Что для крестьян? Земля. И Ленин говорит, земля крестьян и немедленный мир. И он понимает, что мир – это то, что сейчас уставшие от войны крестьяне хотят больше всего. Кончай войну и пойдем поделим барскую землю. Это понимают все. Понимают все сходу. И еще. То, что это было уже потом, после революции, да, но Ленин с его вот этим, как я сказал, фантастическим языковым чутьем, он бросает вот те слова в толпу, в массу, которая этой массе очень помогает. Смотрите, что у Ленина? Совет. Вся власть советом. Для крестьянина, который... Там сельский совет, сельский сход, посоветуемся и решим. Такая вот непринудительная форма. Крестьянину очень понятно. Вот слова «учредительное собрание», ну что вы произнесете? Вы мужик там не полуграмотный. Какое собрание? Какое учредительное собрание? Что там такое, да? Это, знаете, как есть у Бунина есть такое замечание. Значит, это вот идет подготовка к выборам учредительное собрание, и значит, там висит там плакат, там выполняете свой долг перед Родиной, все голосуйте за список номер 3 в учредительное собрание. И значит, Бунин пишет, мужик говорит ему, говорит, барин, это что ж такое? Тот говорит, вот, а уже грамотный, он читать может. Он говорит, долги тут написано за нами есть, говорит, какие-то, говорит, голосить, говорит, от нас требуют. Все это что, все наше имущество напишут? Ну что, голосить, голосовать, голосить, долги, вот, ну что такое? И совершенно непонятно никому. Какое-то учредительное собрание, ерунда какая. А у Ленина все четко, значит, эти самые, значит. А заводы рабочим. Притом, никакого такого массового пролетариата в России нет. Пролетариат составляет, дай бог, там считанные проценты от населения. Это... Да в России городов-то нет.
Весь Москва, Петербург, Варшава, все города, те, кто будут претендовать на статус, по-серьезному, да? Москва, Петербург, Рига, Одесса, Киев, Варшава. Все. Остальное это такие, это поселения при ярмарках, слободы при заводах, там каких-то при военных базах, как бы мы сейчас сказали, но это не города в нашем понимании, как бы в современном, да, это такие вот поселения, никакого пролетариата там нет, быть не может. Есть какие-то ремесленные промыслы, есть, естественно, развивается промышленность, естественно, строится, естественно, все это работает, но этого очень мало по сравнению с огромной крестьянской деревенской массой. И Ленин выбирает, он говорит именно то, что люди больше всего хотят от него слышать. Что будет потом, его не интересует. Ключевой момент. Он ставит себе одну задачу – прийти к власти. И причем еще какой очень важный момент, который сейчас у нас как бы не очень понимают. Дело в том, что временное правительство, да, почему оно называлось временным? Потому что оно, его срок, его полномочий был ограничен выборами в учредительное собрание. И выборы уже идут. И это конец октября, выборы уже идут, они проводились там по всей стране, и становится понятно, что большевики на них не набирают большинства. Большинство ОСРов. И вот тут, а Петросовет, Петроградский совет, председатель которого, кстати, Троцкий, это Троцкий, Петроградского совета. А вот тут приходит в этот Петроградский совет, приходит Ленин и говорит, что так, ребята, сейчас, если идут выборы в учредительное собрание, то временное правительство прекращает, теряет, его полномочия прекращаются. А зачем оно нам нужно? Мы Петросовет. Мы Петроградский совет. Мы власть. У нас нет ограничений по полномочиям, а временное правительство никто. Вот выборы прошли, и все. Зачем? Если действительно зачем? И, кстати, Октябрьский переворот, а большевики еще следующие 10 лет, это при Сталине стали говорить революцию, а при Ленине говорили Октябрьский переворот. Большевики, тут бы, значит, Ленинс и там, ну, примкнувший к ним, с кем он договорился, они говорят, а действительно, давай сейчас мы эту самую учредительное собрание пусть собирается, а мы сейчас сформируем правительство, не дожидаясь, он предлагает эсерам сформировать членов Петроградского совета, давайте мы себя объявим правительством. Мы будем народные, не министры, вы не министры-капиталисты, а мы народные комиссары, мы от народа. И газета «Правда» выходит после, в первый день после переворота, что говорит, мы обеспечили, значит, там, всю власть учредительному собранию, да, мы обеспечили, причем мы там убрали этих ненужных министров-капиталистов, а все учредительное собрание вышло, вы его избрали, все хорошо, а вот пока есть правительство наше, оно хорошее, мы народные комиссары. И первый мы декрет о мире, и второй декрет о земле. Это правительство, которое четко говорит «земля крестьянам». И на этом Ленин едет благополучно в следующие годы. И гражданская война была в огромной степени выиграна на том, что большевики четко говорили «земля крестьянам». Вот все остальные правительства, они пытались там крутить, там типа сказать, вот, там оно пятое, десятое, что мы там как-то с выкупом, нет, земля крестьянам. Плюс еще у Ленина была, что называется, гениальная способность, это действительно прекрасно. Он не цеплялся, он умел не цепляться к мелочам. Он, это был человек большого масштаба, который видел главное. И все смотрел с точки зрения одной позиции. Пришли к нему вот эта известная история. Значит, Финляндия требует независимости. Финляндия требует независимости, и Финляндия говорит, мы, типа, нам с вами дальше не по пути. Что говорит Ленин? Он говорит, свой соратник очень прост. Мы можем удержать Финляндию вооруженной рукой сейчас? Нет.
Нет, ну вот как вы себе представляете, мы отказываемся. Мы отказываем Финляндии. Мы говорим, нет, не признаем независимости. Финны, значит, начинают, у них есть там свои вооруженные ряды, у нас у них есть своя сила, начинается конфликт. Мы уверены, что мы не... Все завязываем. Мы делаем только то, что мы можем. Вот эта железная ленинская позиция. Делай только то, что мы можем. А чего не можем, не делаем. Ленин никогда не отдает все приказы, которые он, в выполнении которых он не уверен. Он до сюда, при том, что с той же самой независимостью Финляндии, да, у Ленин дал независимость Финляндии. Да, пусть, пожалуйста. Через два года, так только, значит, от Петрограда. И, кстати, когда Юденич наступает на Петроград, когда его войска там уже в Гатчине, когда открыт... Ну, понятно, что если бы Юденич взял бы Петроград, то исход гражданской войны был бы, конечно, другим, потому что, ну, вот как бы сердце революции, вот оно упало. И не случайно именно Петрограду придавалось тогда огромное значение, вот оборона Петрограда. Это потом Сталин там переключил, потому что Сталинград – главное место, но... Такая маленькая деталь. Ведь тогда, в 19-м году, в оборону Петрограда, Ленин посылает всех своих доверенных сотрудников. Туда едут и Троцкий, и Сталин. И, кстати, именно за оборону Петрограда и Троцкий, и Сталин получают ордена Красного Знамени. Вот не просто так все это было. То есть это было, Ленин понял, что это ключевая точка войны. И гражданская. И могут взять Юденич, если бы он договорился с финнами. Но нет, там верховный правитель России, прости господи, дегенерат Колчак, удивительно, конечно, как-то нашему плоту везет на ничтожество, вот, удивительное совершенно ничтожество Колчак, говорит, нет, как это Финляндии дать независимость, как это вот мы тут вот. И Маннергейм говорит, Финн, ну не хотите нам независимости, ну хрен с вами, ну сидите дальше, все. И большевики перебрасывают все свои силы на юг, там, на южный фронт Петрограда и отбрасывают часть Юденича. Да, там, небольшие, но понятно, если бы Юденич взял бы Петроград, то было бы все по-другому. Нет, у Ленина хотели, Ленин говорит, независимость. Но как только накапливает силы, тут же в 21-м году попытка вторгнуться в Финляндию, попытка захватить, не получается. Да ничего. Плюс еще. Что Ленин, конечно, мог сделать тоже генерал. Вот это вот обращение к национальным чувствам, а я не забудьте, Ленин глубоко понимает, что такое национальное вот это вот самосознание, потому что, не забудьте, он сын кумыка и еврейки. Он понимает этот момент, и он знает, каково, что такое вот в Царской империи вот эта вот история, что ты там не можешь говорить на своем языке, молиться своим богам. А как говорят, вот там Сталина, он назначил там наркомом по делам национальностей. Так это был самый важный вопрос. Потому что все национальные окраины, все национальные движения, они все в итоге пошли за большевиками. Потому что условно белые говорили там всем там местным националистам, что когда их спрашивали, а что потом после революции? Они говорят, ну как, вон царь, вон учредительное собрание, вот там мы все, опять русский язык. А Ленин говорил, нет, это свое вам, пожалуйста, ну хоть крутая, хоть там свое, хоть на своем языке говорите, там своим богам молитесь, да бога вообще нет, и делайте, что хотите. Вы сейчас с нами, вы нам сейчас даете штыки и воюете на нашей стороне, или хотя бы не воюете за белых. И вот вы получите свое государство. И белые, что называется, чесали, как бы эти националисты чесали в голове. И та же самая история. Война с Польшей. Вот что думаете, Россия воевала с Польшей? Нет, воевала Литовско-Белорусская социалистическая республика, Литбел, в котором у правительства был Дзержинский. Там было три поляка, там один из них был Дзержинский. И
Типа там Красная Армия только им немножко помогала. Вообще там не имела никакого отношения, да? И, кстати, когда терпит поражение Красная Армия, терпит поражение на Висле, да, и Пилсудский имеет возможность наступать, так бы, вглубь России и так далее, это 20-й год, я напомню. Пилсудский обращается к лидерам Белого движения и говорит: «Хорошо, я начну, я продолжу как бы наступление, да, вы поддержите, если мы свергнем Ленина, имеем возможность, да, поведем, поддержите нас, независимость Польши». А опять начинается: «Нет, ну как это независимость Польши, как это поражение? Поражение России, кричат белые генералы, а как же единое и неделимое? Ну и сидите со своей единой и неделимой на здоровье. Ну и сидите со своей единой и неделимой. И кушайте ее. Вот вам Ленин, а вам подвалы Лубянки или концлагеря. Но зато у вас единое и неделимое». Ради бога, Ленин такими вещами не заморачивается, а белые заморачиваются и... Чем дальше, тем больше прыгают. В 19 году была история, когда после войны, значит, вот 19 год, когда союзники Антанта предлагают Ленину и вождям Белого движения сесть за стол переговоров. Ну, давайте договоримся, разберемся, кто и что, прекратим огонь, договоримся, проведем. И, кстати, Ленин на это соглашается. Ленин и на это соглашаются, а белые не хотят. Они уверены, что они сейчас все будет хорошо. Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Канал «Ищем выход». Зима закончится. Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева. Вообще, конечно, 18-й год ключевой для власти большевиков – это 18-й год, и власть большевики удержали благодаря Ленину. Благодаря, в первую очередь, Брестскому миру. Да. Потому что Ленин понимает, что может он сейчас сражаться с Германией? Нет, не может. Почему не может? Ну, потому что для того, чтобы взять власть, он бросил этот лозунг, что надо бросать фронт и идти по домам и делить землю. И невозможно погнать в бой эту армию, погнать в бой против немцев невозможно. Значит, надо договариваться с немцами и договариваться. Но как только через полгода союзники наносят поражение Германии, а ведь немцы были уверены, что уж теперь-то они выиграют. И первое требование заключения перемирия, маршал Фош требует, чтобы Германия начала отвод войск с захваченных территорий. И она начинает. И Ленин говорит: все, и плевать на этот Брестский мир, и да мы его, в общем-то, и не очень не заключали. Мы не знаем. И вот, кстати, это фирменная такая ленинская фишка, когда он создает какую-то по всем окраинам России, он создает какие-то такие буферные государства, которые служат таким как бы страховкой. Вот, например, там знаменитая Дальневосточная республика. Когда Ленин понимает, что поскольку с его правительством не желали иметь дело никакие там казачьи территории там, от Дона до Уссури, Ленин говорит, что Дальний Восток не удержать, не дотянуться, а, пожалуйста, Дальневосточная республика.
Ну, там левое правительство, там разные министры. Никаких большевиков, все нормально. И мы ее признаем, и вот оно там разбирается, пусть оно разбирается там с японцами, американцами, договаривается как хочет, да, разбирается. А потом уже, когда в 22-м году американцы выводят войска с Дальнего Востока, ну все, Первая мировая окончена, японцы уходят, и все выясняется, что да не очень-то мы этот ДВР, Дальневосточную республику, не очень-то мы ее и признавали. Вообще не понимаем, о чем идет речь. Вот это такое политическое хамелеонство, готовность идти, видеть как бы своих союзников, идти с ними до того столба, до которого они тебе нужны, и потом это его, что называется, их, от них отказываться, это такая ленинская, конечно, характерная история. Вот такое политическое животное, которое глубоко чутьем ощущает то, что ему нужно. И, кстати, очень интересная история с, конечно, последняя такая, наверное, вот две гениальные ленинские истории. Это Кронштадтский мятеж. Это Кронштадтский мятеж и это план Гойл-Ро. План Гойл-Ро. А в чем-то фишка. Дело в том, что в... После окончания гражданской войны, когда в море был сбросили Врангеля, то встал вопрос, а что есть-то будем? А что есть-то будем? Потому что хозяйство, как я уже сказал, никаких планов, никакого строительства социализма не было. Что делать, никто себе не представлял. Вся эта система распределения, которую, машина распределения, которую пытались купить большевики, она работала очень плохо. И дело в том, что в феврале 21 года, за месяц до Кронштадтского восстания, Ленин получает записку, подписанную высшими руководителями тайной полиции, какая-то чрезвычайная комиссия, да? Это, вот. Там нет, по-моему, только подписи Дзержинского нету, но есть подписи всех сотрудников Дзержинского, включая Генриха Егоду, будущего первого наркома НКВД, и тогда совсем молодого еще. И они все пишут, что в чем вот проблема, если говорит, войска нелояльны. Они же говорят, войска нелояльны, Владимир Ильич, нет, мы не можем поручиться за лояльность войск. Вот сейчас, когда типа классовых врагов там прогнали атаману Груши, если раньше было понятие, что вот есть там типа белый, придет страшный белый генерал Врангель, отберет у всех, там, отберет землю, прикажет всех пороть на конюшне, да, это была такая мотивация, можно было это говорить. Сейчас этого говорить нельзя, сейчас начинаются советы без коммунистов, да, и вот больше всего Ленин боится этого лозунга «советы без коммунистов». Потому что, ну отлично, советы, все, ну а зачем, ну коммунисты-то, все, мы выиграли, врагов прогнали, заводы рабочим, отлично, земля крестьянам, еще лучше, вот мы и пойдем работать на земле. И это крестьянская страна, нафиг нам большевики-то? У нас есть советы, все, как бы, кончай войну, что их в землю, господ прогнали. И восстает Кронштадт. И Кронштадтское восстание, которое, господи, вылетело у меня фраза, это кто сказал, что говорит, в Кронштадте мужик побеседовал с Лениным, используя в качестве рупора 12-дюймовое орудие. И здесь, когда собирается как раз съезд, вот, а в эти дни собирается в Москве съезд большевиков. И Ленин говорит, а Кронштадтское восстание, Ленин говорит, нет, мы переходим к новой экономической политике. Собственность, это не обсуждаем, возвращаем собственность, там как бы кто-то вышел, собственность, концессии, хозяйство, никакой продразверстки, вместо продразверстки ничего не забираем, налог, а ты крестьянина, понятно. Господи, пойши землю, отдай там сколько-то мешков, отдай мешки, и тебя не трогают, как он всю жизнь не жил. Только теперь земля его, и никто на нее не покушается. И, кто не согласен, говорит Ленин, все, никто не хочет, кто как бы хочет там повоевать. Да вот, пожалуйста, сводная дивизия во главе с товарищем Дебенко, вон и вперед на Кронштадтский лед. Ну, кто хочет. Нашлись, кстати, нашлись желающие, которые сказали, нет, мы сейчас тут. Пойдут, пожалуйста, товарищи. Винтовка в руки, да
до Петербурга, до Ленина, до Петрограда, это самое, день там на поезде, и завтра ты уже под Кронштадтом с винтовкой, на здоровье. Прямо со съезда. Кто не согласен с товарищем Лениным? Вот. И НЭП. И плюс еще. План ГОЭЛРО. Государственная электрификация России. В которой... Там на самом деле очень интересная история. Господствует как бы, ну, вопрос о том, как мы дальше будем строить. То идея такая, что нужен некий плановый орган, который будет руководить народными комиссариатами и определять задания, что там кому делать. И вторая позиция – давайте запускать какие-то, что государственное планирование – это такие проекты, в которые правительство оплачивает для того, чтобы мы там что-то сделали. И Ленин вцепляется в это ГЭЛРО, потому что он понимает, это та штука, которая наглядна, которая понятна и которая дает возможность всем объяснить, зачем большевики взяли власть. А вот видите… Лампочка в каждом доме будет, лампочка Ильича. Электричество – это круто, свет в земле, в деревне, которая это лучи, при лучине, стране, которая жила до 20-го года, жила при лучинах, там вставала с петухами, да, вставала с солнцем и ложилась по закату, потому что керосин был дорогой, и вдруг каждую избу протянут лампу. О, круто! Как. И понятно, что большевики это очень как бы. И плюс еще всему миру показать, что ну вот мы там будем, там будет Россия вот таким образом будет развиваться, цепляется за самое передовое, за самую технологичную историю. И здесь Ленин ведь сохраняет власть, ну и последняя его история, конечно, ленинская, это СССР. Надо будет отдельно рассказать, как это появляется, Союз Советских Социалистических Республик. Это тоже ленинская гениальная находка, вместе со Сталином придумали. А о том, что здесь ведь мы никого не захватим, это его сохранить как государство, но только социалистическое. И оно дает возможность, что называется, расширяться до бесконечности. Никто же не представляет еще, во что это все выльется. Всем кажется, что это такая мировая красивая идея, которую Ленин был великим мастером пиара, которую можно красиво, хорошо продавать. И в мире как бы понятно, что да нет, ребята, они... Ну а что такого Союз Республик, что плохого? А у Ленина же была там, где он писал, с лозунги Соединенных Штатов Европы, да? И это понятно во всем мире, потому что смотрят, ну вот Америка, Союз капиталистических республик, то же самое. Есть и в каждом штате свое правительство, свои законы, свои налоги, свои порядки, только капитализм. А Ленин говорит, так и у нас так же. И Ленин очень подчеркивает, что нам нужна американская деловитость, нам нужно все. Он очень старается, кстати, он вкладывает огромные усилия для того, чтобы договориться с окружающим миром и для того, чтобы... Там не получается социалистическая революция в других странах, наплевать, мы купим интеллектуальных купье, которые будут рассказывать о том, как там все хорошо. Да? И, кстати, этому и Сталин у него научился. Все, кто при... Ну, не все, конечно, огромная часть, кто встречался с Сталином, он умел быть очень обаятельным. Он со своими близкими, всеми, кто был совершенно безжалостен, а... Вот с теми, кому он хотел понравиться, он умел их обаять. Он умел их обаять, он знал, как это важно. И тут же там вот как бы Герберт Уэллс, большого ума человек, который встретился с Лениным, он был в восторге. Просто. Это просто свечка, какой-то хороший человек. Никакого там все, да, все ласково, все по-хорошему. Как будет потом на самом деле, это уже другая история. Отношения со Сталиным, наверное, в заключение скажу, конечно, Ленин и привел Сталина к власти, он Сталина любил и Сталину верил. А знаменитое письмо к съезду, где Сталин, где якобы Ленин говорит, завещание Ленина, да, что, дескать, не выбери, там, что... Ленин пишет, что товарищ Сталин сосредоточил в своих руках громадную власть, да, стал генерал-секретарем, и не всегда может этой властью правильно воспользоваться. Дело в том, что это всегда вырывают из контекста.
Дело в том, что было написано в этом письме про всех остальных. Ленин же там про всех написал. Ленин про всех написал. И тогда было, кто был тогда главными вождями? Да? Был Троцкий, был Бухарин, были Зиновьев и Каменев. Был, значит, там Пятаков, Рыков, да, Бухарин, я сказал, Сталин. Значит, что написал про Троцкого? Писал: Троцкий выдающий человек, выдающийся способностей, но они полностью, но на его воззрение не могут быть отнесены к полностью марксистским, и он увлекается административной стороной дела. То есть, как это говорит? Способности большие, но не наш. Не вполне марксист. А кто не с нами, тот против нас. Просто бездушный бюрократ. Там что он написал про Зиновьева и Каменева? Что их поступок в октябре 1917 года, когда Зиновьев и Каменев выступили в печати с возражениями против ленинского переворота, уже предатели. Они говорят, он обусловлен, нужны предатели. Эти два предателя. Про Бухарина. Говорит, Бухарин, говорит, любимец партии. Но он ничего не учился и не понимает диалектики. Ну, ты не понимаешь диалектики, как тебе быть вождем? Да, партия тебя любит, ну. Вот. И, в общем, про всех, единственное, про что он написал про Сталина, что товарищ Сталин, да, сосредоточил большую власть, ну, не всегда, может быть, правильно этой властью воспользуется. Все, то есть остальные-то еще хуже. И все еще, понимаете, это мы сейчас так читаем эти письма. А тогда-то вся эта компашка, она прекрасно знала, кто чего стоит. И все прекрасно видели, что Ленин доверяет Сталину, Ленин посылает его на самые ответственные, как бы, участки, да. Сталин у него, и, значит, он посылает его вместе с Троцким в Петроград. В 19-м году, в самые тяжелые, да, как бы, дни. Сталину доверяет Народный комиссариат по делам национальности. Это вот создание Советского Союза, все эти вот отношения, очень сложная история, важная. Сталином ставит на должность начальника этой самой, как этой, рабочей крестьянской инспекции, да? А что такое рабочая крестьянская инспекция? Это внутрипартийная ленинская тайная полиция. Дзержинский – это такая внешняя тайная полиция, которая разбирается со всякими врагами. Да? А рабочая крестьянская инспекция, которую возглавляет товарищ Сталин, это тайная полиция Ленина против тех же самых партийцев. И причем не партийная, которые всегда могут прийти к какому-нибудь товарищу там, Хрюшкину или Плющину, сказать: вот, дорогой товарищ, тебя рабочие крестьяне проверяют. Как ты тут у нас работаешь? Достоин ли ты занимать свой высокий пост? Да? И вот это вот умение несколько вот этих вот конкурирующих спецслужб, которые Ленин создает, они, конечно, обеспечивают его, вот эту вот его огромную, огромную власть. Это человек, который действительно там знает все. Да, знает все, он увлекается, если нравится, у него становится все хорошо, с этой точки зрения. Поэтому Сталин и Дзержинский – это, да, два лидера тайных полицейских организаций, которые создает Ленин, которые, как бы, уравновешивают друг друга. Да? Чекисты проверяют, как бы, могут проверить каждого, да? А рабочая крестьянская инспекция во главе с товарищем Сталином может проверить чекистов. А почему нет? У нас же власть кого? Власть рабочих и крестьян? И Ленин – представитель народных комиссаров. Вот. Так что вот это вот он понимает превосходно. И вот здесь его вот постигает кровоизлияние в мозг. И в 1923 году Ленина уже фактически во власти нет. Что случилось, что произошло, наверное, я не хочу озвучивать эти все версии. Но скажу такую свою, которая мне ближе всего. Он выполнил свою историческую задачу. Он исчерпал свое жизненное задание. Вот эта невероятная энергия. Я не сомневаюсь ни секунды, что если бы на месте Ленина был бы какой-то другой бы из вождей, он бы, конечно, большевики бы у власти не одержались, это была бы какая-то другая Россия.
вот появлением большевистского режима обязана Ленину. И очень важный момент, который хотел бы сказать. Подумайте об этом. Дело в том, что именно сейчас нами правят во всех смыслах потомки большевиков-ленинцев. Или тех, кто этим ленинцам чистил сапоги, или варил кашу, или открывал дверь автомобиля, или там стоял с винтовкой их охранял. А почему так? Потому что вот то сообщество как бы людей, которое, во-первых, было вычищено полностью, вот тут Ленин не стеснялся, была вычищена, вырезана вся прежняя элита, и никакого возврата, никаких там князьев, помещиков, там прочего, там этого прочего в России нет и быть не может, также не может быть никаких там романов, все это все было вычищено дотла. Пришли новые люди, и вот эта вот элита, которую окончательно, что называется, обсесал и сформировал Сталин в 1937 году, в общем, потомки этих людей сейчас находятся во всех смыслах у власти. Они не всегда находятся на первых позициях, но если мы начнем копать карьеру, копать историю какую-нибудь российской властной семьи, мы обязательно докопаемся на то, что там дедушка, прадедушка, прабабушка, да, они кем-то там стояли при вот этой вот власти. С миской, с винтовкой, с поварёшкой. Не обязательно наверху, не обязательно там они были народными комиссарами. Может быть, они были теми, кто народному комиссару носил на публику бубашки или стелил постель. Но это люди, которые были вот при этой власти. И вопрос, сколько еще вот это вот такая, как говорил великий историк Ибн Хальдун, особие, да, сообщество людей, сколько оно еще у власти останется. Ибн Хальдун отводил такое особие 4 поколения, вот сейчас как раз 4-е, 100 лет назад. И странно, конечно, что власти у нас не отмечают ленинские вот это столетие, потому что все они обязаны своим постам, с тем, что у них есть, обязаны Ленину. Если бы не Ленин, мы жили бы в какой-то другой стране. Лучше была бы она или хуже, сказать не возьмусь. Но он определил решение, принятое Лениным, определили эту историю этой страны на столетие вперед. Возможно, сейчас мы стоим на каком-то, в начале какого-то другого нового этапа, о чем мы не знаем. И история Ленина показывает, что нужно. Он пришел к власти потому, что он был готов к ней прийти в нужную минуту. Он ждал этого четверть века, даже больше, и он дождался. Ну и есть такая история, наверное, так в завершение, когда маленький, значит, такая история. Мальчик с папой приходит на Красную площадь, там мавзолей Ленина. И мальчик спрашивает, что, говорит, здесь такой, что Ленин? А отец говорит, такой человек, говорит, царь убил его брата, а он ему так отомстил. Поэтому Ленин, что бы там ни делали, да? Этот человек, эта личность, он, у каждого, конечно, свой Ленин, у каждого, конечно, к нему свое отношение, но я еще раз напомню, он определил судьбу этой страны на столетие вперед. Спасибо. Это с вами был канал «Еще выход». Оставайтесь с нами и до встречи через неделю.